Здравствуйте, друзья! Я Надежда Елькина, и сегодня на канале Раз, два, три, Клей видеоурок о том, как сделать форму из фольги для запекания браслета. Для работы понадобится рулон обыкновенной пищевой алюминиевой фольги, сантиметровая лента, ложка из плотного металла и небольшая скалка с гладкой поверхностью. Ее можно заменить отрезком трубы или узкой стеклянной банкой. Для начала нужно определиться с размером будущей формы. Для разъемного браслета кафа измеряю руку по суставу кисти. Отрываю от рулона кусок длиной примерно в 1 метр и формирую из него плотную колбаску, которая будет основой нашей формы. Прокатываю эту колбаску по рабочей поверхности с небольшим нажимом и также прижимаю с концов. Вот что получилось. Снова отрываю довольно большой кусок фольги, слегка его сминаю и заворачиваю в него основу. И начинаю моделировать нужную форму, придавливая фольгу по центру заготовки чуть сильнее, чем по краям. Очень удобно использовать в процессе ложку. На этом этапе не нужен сильный нажим, только слегка намечаю изгибы формы. После первого слоя фольги измеряю объем заготовки. Чтобы форма в конце получилась плотной, необходимо прибавить к измеренному охвату руки 2 см. И продолжаю наращивать слои фольги. Для того, чтобы придать форме больший изгиб, сминаю фольгу с краев по всей длине куска. Таким образом, оборачиваю заготовку несколькими слоями фольги, пока охват формы по центру не станет равным охвату запястья плюс 2 см. При моделировании не забываем про края формы. Вот я добилась нужного размера, и теперь можно ужать заготовку с помощью скалки. С очень сильным нажимом прокатываю скалкой по всей поверхности. Это придаст форме большую плотность и прочность, а все слои фольги как бы сцепятся между собой. При этом поверхность формы становится очень ровной и гладкой. В процессе ужатия контролирую размер формы. Также не забываем про то, что форма должна быть устойчивой. Вот такая у меня получилась форма для разъемных браслетов. Ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал. Творческих вам успехов и до новых встреч!